собака. Вот. С теми собаками одного у нас, к сожалению, отравили 2 года назад. Он совершенно бесподобный товарищ, который грабителей остановил у нас, в общем, короче говоря. Но все они трое немецкие овчарки. Сейчас у нас Кавказ. Вот кавказца у меня еще ни разу не было, но тем не менее, как бы какие-то моменты основные ему задать можно. А что значит, что это немецкая овчарка остановила? Что? Не поняла вас. Ну, вот немецкая овчарка, вы говорите, остановила. Каким образом остановила? А дело в том, что у нас двое были обучены, один рука, второй горло. Ну, они как бы где-то 3 метра примерно держат от человека, не выпуская его. Держали их. Вот. Ну, в смысле, вообще... как держали? Горло? Ну, держали... Вы пришли, знаю, там летальный исход, у вас труп лежит во дворе. Да ну нет, ну что вы, в 3 метрах он не отпускает. Если человек отходит, он в пределах 3 метров находится вот этого человека. Но до момента окончания территории, скажем так. Потом что мешает человеку дальше двигаться, что значит держит он? А дальше он бросится просто, что если человек двинется дальше по нашей территории, пес бросится. Но не до летального исхода, он повалит и будет висеть над ним и держать, показывая клыки свои, там, оскалы и так далее. Ну вот. Ну, это было, вы мне сейчас бередите рану, очень, конечно, мне жалко этого пса. Вот, сейчас речь идет о втором товарище, маленьком кавказце.